Привет, дорогие друзья! Хочу с вами поделиться, что я заказала в Avon. И покажу вам. Это духи. Смотрите. Итак, друзья, начинаем. Мой небольшой заказ от Avon. Я вам сейчас его покажу. И помогать мне в этом будут вот эти статуэточки, фигурки. Мартовский заяц, Хрюша, в которую я бросаю всю мелочь. Она уже такая полненькая. И мой любимый медвежонок от Маришки. Он, кстати, стоять умеет. Ой, постой, покажи, как ты умеешь стоять. Ну, в общем, иногда он умеет стоять, потому что Маришка там такие противовесики в ножки поставила. Так, итак, мой заказик. Значит, я заказала, конечно же, духи. Почему я заказала опять два In Bloom? Ну, потому что сказали, что их снова снимают с продажи. А это мои любимые духи. Поэтому я их заказала. Я заказала In Bloom. Две штучки по распродаже. Если вы думаете, что это они, то вы глубоко ошибаетесь. Они мне не пришли. Закончились по распродаже In Bloom. Но я вам показываю просто так, потому что я люблю этот аромат очень. И у меня в запасике еще есть парочка бутылочек. Нежный и удивительный аромат In Bloom. Не пришел. Показываю свой. Очень давно хотела духи Оазис Персив или Персив Оазис. Ну вот, тоже заказала, попробую. И самое интересное, непознанное, до тех пор, пока не получила это, парфюмированная водичка Персив Оазис. Вчера я ее открыла, попробовала. И пришла в восторг. Она мне очень понравилась. Очень. Прелесть, прелесть. Просто прелесть. Просто восторг. Это аромат цветов и травы. Вот это кто любит такие ароматы, это трава и цветы. Очень мне понравилось. Я люблю цветы. Здесь присутствует еще и трава. Но мне это очень нравится. Она такая, как это сказать, я ее воспринимаю немножко как пряную. Ну, в общем, водичку эту я имею в виду. В общем, я в восторге, мне понравилось. Я даже хотела заказать еще пару пузыречков, но не знаю, подумаю еще. Потому что есть же еще, как это, работы «Непочатый край». Там в новом журнальчике есть еще неплохие предложения, и, возможно, я поведусь на них. Но все-таки еще один пузырек вот этой водички я, наверное, себе закажу. Потому что очень уж она понравилась. И сейчас на нее цены. Ой, ну прелесть, прелесть. Цветы и трава, цветы и трава. Вот. Но цены на эти духи сейчас неплохие, очень демократичные. Так что восторг. И покажу вам. Попробовала. Приятное. Посмотрим, как дальше у нас с ними сложатся отношения. У меня с духами вообще отношения очень сложные. Иногда мне они нравятся, а потом
перестают нравиться. Ну вот по-разному бывает. Посмотрим, как будет дальше. Так что не верьте первым моим словам и первым моим впечатлениям. Сразу, какие у меня еще есть персив. У меня есть персив, в общем, солнце. Не буду коверкать, как там он называется. Это солнце. Сейчас я их все выставлю. И есть у меня персив дью. Это я умею говорить. Персив дью. Так, давайте двигаться, товарищи. Вот наша дью. Есть у меня еще самый древний персив, только не удивляйтесь, что он в такой бутылочке. Я его покупала в такой кругленькой шарикообразной бутылочке 100 лет тому назад и перелила вот в эту. Купила у девочек, ну тоже 100 лет тому назад. И он еще по сей день хороший. Но он мне сразу нравился, потом разонравился. А сейчас вроде и ничего. Неплохой, ну такой он немножечко рисковатый, вот не совсем то, что я люблю, так что вот это классический персив, он вот в такой бутылочке идет вообще. Просто вот еще раз повторю, что бутылочка не родная, а персив родной. Так, в общем, все персивы, какие только есть, у меня есть. А эту сумочку я заказала в подарок. Заказала вот это. На подарок нашей моднице-сковороднице. Будет же праздник скоро, Пасха. Вот и будет подарок Настюхе. Но мы его все-таки развернем и посмотрим. Поскольку Настя у нас стрелец, знак огня, то, конечно, она по своей натуре лидер, и она любит все красное, но на данном этапе у нее самый любимый цвет – это фиолетовый. После него уже идет красный. Сумочка очень хорошенькая, очень прямо примиленькая. Вот здесь вот она ширину имеет. Золотистая фурнитура, длинная ручка, а вот это вот кисточка завернутая. Вот такая хорошенькая сумочка, довольно-таки большая. Посмотрите, какая большая. Ну, сколько здесь? Сантиметров 20, может быть, 21, вот где-то так, в диаметре. Я имею в виду. Такая вот милая сумочка. Прошитая. Красивая. Упаковываем ее обратно. Заодно покажу вам сейчас покупочки, не относящиеся к Avon. Это два вот таких блюда. Пластик. Легенькие. Это немножечко как в цвете металлик они выполненные, вот это вот такое золотистое, а это такое как будто бы медное, терракотовое. Вот. Терракотовое Маринке подарю, а желтенькое оставим себе, потому что, ну, я Маришке показывала по скайпу, и она сказала, что терракотовое ей нравится больше, оно действительно ей больше подходит, потому что у нее же, вы видели, на столе эти скатерть с петушками, с красненькими. Ну и у нее эта комната большая в таких терракотовых тонах, там и обои такие. В общем, как раз очень впишется. Тем более Маришка пасочки печет, она хозяюшка. Я никогда не пекла пасочки, я не умею этого делать. А она умеет.
Вот она будет пасочки печь, а я буду только яйца красить, а паски у нас будут покупные. Вот. Достала сумку золотую свою. О, кот пришел. Достала золотую сумку. Она такая, как это, можно сказать, сумка, почти сумка-шопер. Хорошая сумочка. Здесь она матовая немножко. Кармашек для мобилки. Обожаю сумки с кармашками для мобилки. И вот тут такие вот... Ну, мне все равно, что она под Versace. Мне абсолютно без разницы вот эти вот штучки. Даже если бы это была настоящая Versace, мне тоже это все без разницы. Ну, вот такой я человек. Вот, ну, она еще такая немножко примятая. Как рыбья чешуя, видите, тут идет. Или как змеюшка. Ну, в общем, такая вся она очень золотая и очень матовая. Вот. Ну, наверное, буду носить ее. Она у меня вообще почти не ношенная. Практически я ее купила и как-то совсем немножко поносила, а потом что-то забыла о ней. А сейчас вспомнила и решила, что надо ее поносить. Ай! Не хватает руки, чтобы сумку во весь рост показать сейчас. Ну, примерно так. Коту я вчера принесла травки, девочки. Все-таки принесла ему травки, но я ее не мыла. Набросала, он тут разбросал ее по подоконнику, и я ее еще не смахнула. Он ее сегодня снова ел. Я ему буду тогда теперь приносить травку и не буду ее мыть. Вот не мытую он ест, а сколько раз я ему приносила такую травку, мыла, он вообще ее не ел. Вот такой котик забавный. И вот, девочки, у меня лежат, вы видите, два журнальчика от Avon, ныне действующий, весь исписанный мною, и тот, который будет после. Какая красота, какой красивый. Ну, не обещаю, но, наверное, я все-таки сделаю небольшой обзор на этот журнальчик. Пока-пока. Ну все, мои дорогие, надеюсь, вам было интересно. Пока-пока.